По словам губернатора Вениамина Кондратьева, Краснодарский край стал одним из лидеров России по объему выделенных государственных денег на строительство социальных объектов в рамках программы «Жилище». Цитирую, «Федерация предоставляет средства только на условиях разумного подхода к жилищному строительству, и получить субсидию мы смогли во многом благодаря комплексному освоению территорий. Наша принципиальная позиция – строить жилье не ради количества квадратных метров, а для жизни, то есть со всей необходимой социальной инфраструктурой. В крае стабильно высокая рождаемость. К нам переезжают из других регионов, и наша первоочередная задача – создать условия, чтобы все дети могли пойти в детский сад, чтобы обучение в школах было максимально комфортным», подчеркнул губернатор. В 2017 году два детских сада построят в поселках Индустриальный и Плодородный 2. Новые школы появятся в Славянске на Кубани, Новороссийске, поселке Совет-Кваджа и в Краснодаре.